Остановились один раз на берегу речки Ита, пообедали и искупались. Это еще в Ижевской области, еще Урал. В поселке Игра заплутали как-то незаметно для себя. Оказались на грунтовой дороге, чуть не попали в ДТП, но Бог миловал, папа вывернулся от выезжающей машины. Все закончилось благополучно. В 19:30 мы уже в Казани. Успели поесть и пройти до Волги. Казанский монастырь, место обретения иконы Божьей Матери, в 100 метрах от нашей гостиницы. Мы в самом центре Казани. Завтра ее посмотрим, и в 12 надо покинуть этот дом. В Казань прибыли в 19:30. Остановились в гостинице в 100 метрах от Казанского монастыря. Место обретения иконы Богородицы. Правда, монастырь был закрыт. На площади у Кремля многолюдно снуют велосипедисты. Они здесь по проезжей части не ездят. Как они вообще ездят? Закат догорает за Волгой. Переливаются огни города, мелькают люди. Акробаты стоят на голове. Большая круглая луна повисла над Кремлем. Сегодня день рождения Вани. Празднуют с друзьями в Карелии. Трудно ему руководить компанией из 11 человек. Звонил Серафим, поздравил маму с рождением Вани.